С вами канал Улица Москвы. Мы находимся в Ново-Косино. И в этом выпуске прогуляемся по проектируемому проезду 326. Обычно мы не снимаем их, но и по этому проезду числятся адреса, в том числе Ново-Косинский автобусно-троллейбусный парк. Что будет дальше там? Сейчас закрываются троллейбусные движения, но еще есть 5 маршрутов, которые действуют. Это 75, 77, 64, 30 и 22, которые числятся в этом парке. Я имею в виду троллейбусные маршруты. Но автобусов здесь очень много. А здесь уже за этим заборчиком там микрорайон Мирского проезда. Город Балашиха. Так, из маршрутов общественного транспорта вот сюда идет 75-й как раз троллейбус. Вот он поехал. Ивановское, Ново-Косино. И в обратную сторону поехал тоже. И вроде бы как ночной маршрут Н4. Тоже сюда ходит. Там вот скоро будет его конечная возле парка. Раньше, кстати, осуществлялись только технические рейсы. То есть 75-й вообще маршрут назначили относительно недавно. Старый 75-й ходил в Текстильщиках и Кузьминках. Он давно уже отменен. А вот этот, наверное, самый новый назначенный троллейбусный маршрут. Но я думаю, в этом году его, к сожалению, дни очень вероятно, что будут сочтены, как и для всего московского троллейбуса. Не знаю, прокатимся ли мы на 75-м. Посмотрим. Сейчас объявляют об отменах буквально за день. А иногда и постфактум. Так, ну там вот какие-то непонятные вышки за забором. Я, если честно, вот хотел пройти на этот проектируемый проезд с Мирского проезда города Балашихи. И у меня это сделать не получилось. Ну, новая Балашиха, Салтыковка. И у меня никак не получилось пройти через вот этот забор. Пришлось обходить по улице Салтыковская. Крупный, конечно, парк. Изначально его вообще задумывали как только троллейбусный. Потом он стал автобусно-троллейбусным, и сейчас, я думаю, скоро станет автобусным только лишь. Ну, посмотрим. Там дальше впереди Николо-Архангельское кладбище и отдаленный Николо-Архангельский проезд. Вот сейчас в следующем выпуске мы прогуляемся. А вот здесь вот парк. Ну, довольно, я думаю, никто особо, кроме работников парка, сюда не ездит. Конечное Николо-Архангельское кладбище немножко в другом месте находится. 760-го. По-моему, я все путаю. Вот. Да, 760-й вроде маршрут автобуса. Вот здесь вот довольно непонятная территория с этими вот вышками. Там сейчас никем она не охраняется. Можно свободно зайти
с мирского проезда, с этих домов. Наверняка там место, где любят собираться всякие асоциальные личности. Потому что это глухой тупик. И никакого прохода вот на сюда, на проектируемый проезд здесь нету. Непонятные вышки вот эти стоят. Вот они. Но, повторюсь, на эту территорию сейчас можно свободно попасть. Но только не отсюда. Так, ну, Новокосинский автобусный, троллейбусный парк относится к филиалу Восточный. Так, ладно, пойдем сейчас на Николо-Архангельский проезд тогда.